Давайте сразу отнесемся к вакцине как к лекарственному средству. Это такое же лекарственное средство, как наш любимый парацетамол, как наш любимый, я не знаю, там аспирин, ну и еще что мы там любим, да, принимать. То есть у любого лекарства всегда есть побочное действие, есть противопоказания, есть показания. Но почему-то, когда мы выпиваем с вами парацетамол, мы как-то вообще ни разу в жизни не взяли инструкцию, хотя там тоже очень такая немаленькая инструкция, не обратились побочки, да. А когда появилась вакцина, которая, в принципе, нас спасет, может быть, даже гораздо лучше, чем парацетамол сработает, тут мы стали задумываться над этим вопросом. Поэтому к нему нужно относиться как к лекарственному средству. По поводу препаратов, якобы там тромбообразование увеличится. Опять же, вы знаете, вот когда спрашиваешь, да, вот Том там оторвался у кого-то чего-то, но это может быть после любого состояния. Почему мы с вами вообще все очень уязвимы в этом отношении? Наш образ жизни, наши, я не говорю про хронические заболевания, даже возьму просто молодых людей. Наша гиподинамия, что мы не занимаемся спортом, да, какие-то там, я не знаю, ну просто элементарное стрессовое бесконечное состояние, оно всегда, это все угроза тромбообразования. Поэтому почему это связали с прививкой, ну для меня, если честно, вот загадка. Для меня это натуральный миф. Да, безусловно, прививка нужна людям, у которых есть хронические заболевания. Ну, сразу давайте, наверное, перечислим, какие хронические заболевания самые, так скажем, любимые для ковида. Это, разумеется, больные с сахарным диабетом, это заболевания сердца, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническое заболевание, потом болезнь, гипертоническая болезнь, это хронические заболевания, такие как, в принципе, ожирение. Это касается и молодых людей, потому что, в принципе, большой процент молодых, которые у нас лечатся, они, к сожалению, с ожирением все. Для любой прививки, разумеется, есть свои показания и противопоказания. Но противопоказаний на сегодняшний день их не так уж и много. И надо сказать, что, ну, может быть, 1% населения земного шара, я буду так говорить, да, которым, ну, действительно противопоказана эта прививка. Но 99% могут привиться. Специально как-то готовиться, ну как, я не могу лишь вам сказать, идите, выпьем же на эту прививку. Ну, наверное, это уже чересчур, но я не думаю, что вообще человек, в принципе, в поликлинику или куда-то идет. Ну, это уже, ну, даже, знаете, это даже не от того, что как бы здоровье у вас там пошатнулось в этот момент. Ну, это, я считаю, неуважение какое-то. Ну, я не знаю, что такого человек должен сделать. Ну, наверное, сразу после прилета из космоса, наверное, не стоит, может быть, идти в этот же день. А так какие-то прям противопоказания, специально готовиться. Ну, раньше как-то было таким, что там какие-то антигистаминные препараты или еще что-то принять. Ну, я считаю, что нецелесообразно. Вот это новое такое веяние вот этих антиваксеров, да, не только в отношении же ковида, любой другой прививки. Я считаю, что это вообще преступно. Почему преступно? Потому что, понимаете, вот, например, родители, которые против прививок для своих детишек, вот эти, которые прививки детские делаются до года, да, так называемые, извините меня, вообще-то вас, ваши родители привили. А какое вы имеете право сейчас обрекать своих собственных детей, которые не могут выбрать, которые не могут решить за себя что-либо, их обрекать на то, что они могут погибнуть, а другие. Эти же болезни, понимаете, они же все существуют в природе. Все, что у нас лабораторно с вами существует, это всегда может выстрелить. Вплоть до натуральной оспы, на все, что такое спрятано пока в колбочках. Там же тоже люди работают. Всякая ситуация может случиться, к сожалению. Поэтому, а быть неподготовленным к этой ситуации, вы представляете, если вылезет корь, дифтерия, там, я не знаю, это все смертельно опасное заболевание. На сегодняшний день персонал госпиталя у нас привит 100%. Я могу сразу похвастаться и поздравить, так скажем, нашего доктора. У него родился сыночек вчера. Это я просто к чему вам говорю по поводу репродуктивной функции и детородной функции. Его жена тоже работала в нашем госпитале до декретного времени. Ну вот считайте, то есть прошло уже и с момента зачатия времени, уже родили. То есть все прекрасно. А то ведь еще беспокоится, что прививка у нас может влиять на продуктивную функцию. Все нормально. Сразу говорю, в принципе, знаете, ну, прям таких отказов я, честно говоря, не знаю. Сразу вам говорю, почему, потому что, слава богу, коечный фонд у нас в любом случае. То есть, понимаете, понятно, что если даже мы работаем там на 160 коек, это не значит, что мы не положим людей, нуждающихся в госпитализации. Какие критерии? То есть,
процент поражения легких и сатурация. Вот это самый, ну и разумеется, повышенная температура. То есть это самый вот главный критерий для госпитализации. В каких-то случаях все равно у нас есть врач в ковидном коридоре, он осматривает больного, обязательно спрашивает у него анамнез. То есть больной, если требуется госпитализация, его всегда положат. Сразу могу вам сказать, слава Богу, лекарств у нас хватает. У нас есть все, что согласно нашему лечению, нашим стандартам лечения. Ни разу мы не просили, чтобы больные что-либо приобрели сами. Бывали случаи, когда больные, вернее, родственники больных покупали какие-то лекарства, приносили их в плане того, что вы только его делаете, другое не делаете. Но, разумеется, мы не можем идти на это. Почему? Потому что я не знаю, где это лекарство у них хранилось вообще, откуда они его принесли и так далее. А наши лекарства, они все-таки сертификацию, лицензирование прошли на базе, ну, как наша больница же их закупила. Во-первых, по поводу оборудования, потому что было такое, что работаем мы якобы там на каком-то супер устаревшем, там, черт знает откуда взятом оборудовании. Все оборудование поступило. Вот как открыли госпиталя, как все это оборудование стали давать новое, все оно новое абсолютно. Оно, понимаете, оно именно для госпиталя. То есть это не то, что где-то чего-то у кого-то забрали, урвали. То есть будет 10 аппаратов работают, будет 12, они и 12 есть. То есть у нас всегда есть аппараты, которые на данный момент не задействованы. Действительно так. Почему так? Потому что больной вынужден лежать, чтобы дышать ему кислородом, он лежит в пронпозиции, на животе. Вот представьте себе, когда вы лежите, это как минимум 16 часов, он должен в сутки в такой позе находиться. Конечно, и мышцы атрофируются, и лекарственные препараты свое дело, как говорится, тоже в этом отношении. Разумеется, эти люди ходить не могут. Понимаете, мышцы просто элементарно забывают, что эти мышцы когда-то бегали, прыгали. А мозг человеческий, вообще организм, он сейчас, когда человек болеет именно ковидом, он настроен только на то, чтобы не задохнуться. Все, только дышать. Только дышать. А чтобы дышать, понимаете, ну даже вот ручку вот так взять, нужен кислород. Я не говорю про другое. Просто повернуться сбоку на бок они даже не могут. Все, вот они в одной позе в какой-то это самое. Мы их пытаемся, конечно, разумеется, тренировать. Нам же тоже надо как-то человека реабилитировать, чтобы он мог потом уже дальше, ну хотя бы даже если на носилках, как говорится, выносить, но он еще должен эти носилки перелезть. Так я вам скажу. Конечно, разумеется, мы поднимаем, перекладываем, но тем не менее. Ну вот выезжает на кресло-каталках, ну это болезнь, это такое течение заболевания. На сегодняшний день у нас работает два номера горячей линии. Работаем, значит, мы с 15 часов до 17 часов. Кстати, вот сейчас через 15 минут уже начинается у нас связь с родственниками больных. Понимаете, вот лежит 178 больных. У каждого человека как минимум есть мама, папа, тесть, теща, свекр, свекровь, зять, сноха, брат, сват. Ну, в общем, ну, слава Богу, очень много родственников у каждого больного. Все они, разумеется, переживают. И вот представьте себе, каждый родственник отдельно хочет поговорить с врачом. Иногда бывает, у нас два телефона, вы знаете, к одному уху и другому уху, да, и мы про одного родственника рассказываем этому родственнику и тому родственнику. Хотя теоретически мы должны только с тем родственником общаться, да, которого нам указал больной для связи. Госпиталь — это ведь все-таки такой механизм, это такой организм, это в любом случае больница. Больница у людей никогда не ассоциируется с чем-то хорошим, пушистым там и так далее. Да? То есть всегда это, ну, страх, боль, там, я не знаю. И при всем нашем, знаете, ну, именно любви даже я могу сказать к нашим пациентам, потому что не любя их невозможно работать, именно любить. Ну, то есть вот на данный момент мы их очень сильно любим всех, да. Мы хотим, чтобы нашим больным стало лучше, легче и так далее, да. Мы стараемся создать все условия, но могу вам сказать, не болейте, берегите себя. Чтобы, ну, все-таки, если даже заболели, ну, чтобы вы в госпиталь все-таки не попадали. Это действительно, поверьте мне, удручающее действие. Все равно это тяжело, очень морально тяжело, физически тяжело. Пусть ваши болезни будут легкими и быстро проходящими.